Как замотивировать грудничка проползти дистанцию на скорость? Ответ на этот вопрос знают мамы и папы Мирного. По условиям конкурса родителям запретили касаться детей во время забега, но креативные участники нашли выход. Малышей завлекали телефонами, игрушками, детским питанием и яркими шуршащими предметами. Судьи оценивали скорость и точность выполнения задания. Готовились, мы ползали. Я заманивал волейбольным мячом, потому что я тренер по волейболу, поэтому у нас все получилось, я думаю. Маленький Давид Борисов преодолел 7 метров за 30 секунд. Победителям вручили дипломы, игрушки и денежные сертификаты. Забег организовала администрация Мирнинского района.